Ох ты, а. Пиликает. Буратино. А Буратино. Вообще не нравится. Ох. Ой, упал. Че так смотришь, Кирилл? Вставай. Ну-ка давай дальше ходи. А че, блин, показывать дедам? Как ты ходишь? Ну да, считался перед ними. Серёга. Да? Ага. Что у нас втроём? Ты там тоже можешь с нами засняться. Да, мне тут чё? Да чё? Ой. У него всё большой, брат, такой там, профессиональный. Зачем? Ну, у нас там знакомые в городе, профессиональные как-то снимают. Катюшками. Там у тебя дата ставится? Поставить? Поставь дату. Может, залезть? Он любит залазить на диван вообще. Играет так хорошо. Поехали. Ну ты чё, руки-то так держишь. Даже сандалии потерял. Ну-ка тебе даже, смотри, Леди Антона цветок подари. Где подарили? Скажи, сдался мне тут, Леди Антон. Я обалался, ты чё? Интересно. Ты как маленький, видишь, что? Он не маленький, раз. Второй год. Чё падаешь? Да, да, дочку. Ну не падай. Ну ходите на диван всем семейством. Ты видишь, как он. Опять большие. Ты сливни. Всё, поиграл, опять. Подожди так ходи. Иди. Ручку давай. Нет, вы ему теперь не нужны. Заинтересовался? Да. Кого-то подержи с подарком. Девчонки дарили ему. Приходили же гости Ловкина. Танька Помиляева, да? Яблочко. Что за лицо? Оторвёт. Владик, ну хватит тебе. Ну, Владик, видишь какой? Ну, большой стал. Ну, еще бы. Командир вообще. Там из этих-то можно, вот там, например, вот, что снимаешь, фотографии сделать? На специальном видике нужно делать. Ты что там стараешься? На собачку. Владик, ну-ка посмотри сюда, в кадр. Посмотри. Там птичку сейчас вылезет. Смотри, птичка, Владик. А, ему не надо. Посмотри, вон, посмотри. Посмотри. Тебя надолго отпустили-то? А? Да так. В баню уж скоро. Ну что, книжку? Ну, кто-то лучше. Кто вот клуб, ну, планом ты с ними уже. Ну, сколько много писок тут.
интересно. Ну-ка, читай давай. Вот, тоже почитай. Вот на этой кровати не спите. Волшебный замок феи. Все лето проспал. Память. Тому самому будет интересно, какой был, да? Да, ты чё, вообще? Только родился, так, когда родился, когда год. Следующий год, понимаешь? У него рука трудно надевается, рукава. Найк ходячий. Когда же сам-то одеваться будешь, Маня? Тут пока не снимали, я не могу ее ставить. Не прошло и 3 лет. Нет, вот штаны где одевают. Соседи ваши. Вам это давно уже говорит с папой и баба. 3 слова основных. Какой спортсмен, а? У нас там еще тетка есть такая же, Майк. Она большая. Одевай еще кепку. Ой, ну... Незнайка. На Луне. Ничего не любит. Ничего, когда на голову одевают или что-нибудь. Все снимает с головы даже шапку. Там тоже люди снимают. Ага. Ох! Молодец. И тапок потерял. Только одеваем тапки, снимаем. Кто там?
Глаз так сними. У него много на воротах, да? Кстати, руку в серёжке. Ну, сам снимаю. О, Влады. Интересно. Тебя тоже снял. Не балуюсь. Получилось, вот вроде что-то более-менее. Пойдет, я думаю. Да он чайка, он... Владик, Владик. Ему интересно тоже. Что такое там? Ну-ка. Ну-ка, Владик, прекрати. Он любит к зеркалу вообще там играть. К зеркалу. Грохочет. Скажи, чтоб играл. Владик, ну-ка играй давай. Вон играй. Кто там? Кто там, Владик? Там Владик возле зеркала, Владик там, Владик, ну-ка смотри там, кто там такой? Там Владик, ну-ка смотри там. Надоело уже. Ну-ка вот с куклой поиграй. С куклой поиграй, Владик. Так, с куклой поиграй. Владик. Как куколку, на. Такую же. Ой, какая кукла. Ну-ка ее потропи-ка. Че, скажи, легла. Ну-ка вставай, скажи. Сейчас посмотри. Ну, отжила свою, хватит. Глаза пусть сам закрывает. Закрывай, да, ничего. Не закрывай. Баба, папа. Пожалуйста. Вон папа-то. Где ты его ищешь-то? Владик. На демонстрацию пошел. Иди порог маленький. На демонстрацию. Запыхался, что ли, Владик? За ушами. Че, муха отгоняешь? Крокодилов, скажи. Ну-ка там, что такое? Пусть откроет. Нет, не надо там открывать. Там у нас плоды. Тут стоят. Ничего там тебе и не делать. А, расчешись.
все. Мартышка и очки. Оставите. Мы и там дальше. Не видишь. Не видишь. За ним. Вот он. Папина? Ну, конечно, она только. Да, подумаешь. Ну, видишь, мои лучше идут. Крутой окер. Дилминатор ходячий. Этот дом тоже стоит. Ну читай книжку, ты что там написано? Ты утром встает, перелазит через кровать и туда он давай смотреть, что там за книги какие на полках. Грызет гранит на руки. Молодец, умничка. Молодец. Покажи ему, ему интересно было. Ну, расскажи, как тебя зовут, где ты живешь, расскажи. Сколько лет тебе? Да, расскажи. Мне 6 лет. Так, где ты живешь? Я живу в деревне. Какой деревня? Как деревня-то называется ваша? Первомайка. Первомайка. Да. Папа у меня кто? Папа у меня учитель. А мама? А мама пивоня лопатая. У нас там есть Дэнди дома. Дома Дэнди есть у вас. Кто еще у вас есть дома, расскажи. Кассеты там есть, чтоб Дэнди играть. Так, а хозяйство какое у вас, расскажи. Ну, там корова есть. Корова как зовут? Марта. Марта. И Апрелька. И те Апрелька есть. Курочки есть у вас? Да. А поросятки маленькие? Да. Есть? Угу. Ну, а ты считать-то умеешь? Нет. Ну, хоть посчитай, ну, маленькие. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Все. А до 100 хочу. Да не надо до 100. Где у тебя бабушка живет, расскажи. Какая? Ну, какая? Сколько у тебя бабушек-то? Две бабушки. Две бабушки. Где живут у тебя бабушки? Ты встанешь нам? А другая в Бийске. Как в Бийске бабушку зовут? Физа. Физа, а в Солонежную иду. Наташа. Ну, какая бабушка из тебя? Наташа. Наташа? Да. Так, а еще кто у тебя есть, сестренка, как зовут? Это и Женька, и Люда, да. И брат Женька. Правильно. Надо еще на Серегу.
Серега надо брать. Да. А мама что, денег нет, что ли, на Серегу? Да нет, надо его родить уже. Родить? А что вы не родите себе, Сережа? Ты что не родите? Скажи, денег нет? Думаем над этим, скажи. Да денег, да, нет. Ну пусть работают родители. Вскоре, над братом. Да? Один, скажи, это не ребенок, надо еще братика или сестренку, что это? Правда? Иди сюда, Владик. Владик, иди сюда, вместе снимемся. Владик. Ну интересно посмотреть, что там. Иди сюда, вместе снимемся. С папой, с мамой. С мамой и мама. Сюда, ну еще давай. Расскажи что-нибудь нам. Еще какой-нибудь стишок. Что-нибудь расскажи. Про зайку. Лучше давай про зайку. Зайка уборила хозяйка, подождем, на солнце зайка со скамейки слезть не мог, и за ниточки промок. Еще какой-нибудь. Огуречек-то баба тебе учила. Огуречек, огуречек, не ходи на тот конечек, там мышка, тебе хватит, а зайдет. Что баба забыла, что учила-то. Это было давно. Вас снимает скрытая камера. Но получается уже не скрытая. Прогулка перед сном, да? По ночному слонешному. По реке Ануй. Нет, не по реке, по мосту. На мосту. Хорошо, хоть не под мостом, да? А вас хорошо видно. Да, замечательно. Яркая, конечно, лампочка. Ничего не скажешь. Да.